Зачем ты здесь княжна, аль в половецком полону? Сам половцем ты стал и родину забыл. Прощай, княжна! Верными, вот что, стороже вы.
вы казнить, а княжича не трогать. Каков мой приказ? Еще позволь на месте же, послушай нас, не нам сказать, и ты всегда дела вели, совета спросим у тебя. Thank you.
плаче, я слышу звук моих речей, вернулся снова я домой, не вернулся надо твой, и снова с тобою, с тобой, с тобой, друг мой. Вижу я неплома, вижу ворохлома, словно в небе было слома, счастье радости покой. Подумаешь.
казнят нас, беспременно казнят нас. Ох, так и казнят, гневят с умом, да с вином на Руси не пропадем. Семка померекаем, умом раскинем. Ну, 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 бежать аль с печи до болота, некуда, некуда. В лесо. После княжого хлеба кровь дать, после княжой браги воду хлебать. Нет, брат, это быль уж была, дай быльем поросла. Тут надо, брат, придумать что-нибудь поумнее. Что же? Постой, погоди, дай сроку. Нашел. Видишь, видишь, колокольню-то. Понял, понял. Звонить, что ли? Зачем звонить? Живы будем, целы будем, сыты будем, с хлебом будем, а с умом будем и с вином. Они соберут. Thank you.
батюшка, мы первые. Гудошники! Гудошники, отец, гудошники, батюшка! Звонит на вольника Галицкого! Нет, нет, батюшка, мы не гальские, здешние, тутошные, тутошные! Батюшка, это другие мы, Игоревы, тутошные, тутошные. Ну, ладно, 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 ладно.